Всем привет, ребята! Это Алена, вы на моем канале 30 плюс, и сегодня мы с вами а, говорим про такую интересную тему, как психосоматика, стресс и переедание. А, напоминаю, сейчас очень популярно рассказывать про различные дефициты минералов и витаминов, и это правда, потому что это существует. У кого-то мальсорбация кишечника, у кого-то проблемы с печенью, у кого-то проблемы с а, женскими гормонами, у кого-то с инсулином, у кого-то реакция на те или иные продукты. В общем, у всех хронический стресс. И поэтому хочу вам рассказать самую-самую простую вещь, то, что нужно знать для того, чтобы остановиться, если вы начинаете переедать или у вас есть такая проблема. Во-первых, самая-самая первая история – это стресс и переедание. Ваш организм максимально ненавидит, когда вы находитесь в каком-то хроническом стрессе. И психосоматика стресса, она предполагает либо на то, что вы наоборот не будете потреблять еду, потому что в этот момент идет проблема с желудочно-кишечным трактом, либо вы наоборот слишком быстро расходуете электролиты, сливаете сливаете, правда, электролиты и а, начинается м, переедание, потому что организм так настроен, что а, я хочу жить, я хочу жить, я хочу быть а, там, а, я хочу жить, и так тебе это, это говорит тебе ну твое нутро. И, соответственно, переедание и стресс напрямую связаны, и здесь очень важно работать со своим стрессом. Если вы понимаете, что у вас он биологический, а, химия Анемия, гипокалемия, то это нужно решать. Другой момент, если это реакция на событие, что-то произошло, вас что-то раздражает, и вы создаете себе прям такую большую проблему. Не делайте этого.